Жангалинские выпускники в честь десятилетия окончания школы организовали для родного села и очага знаний несколько полезных мероприятий. В рамках программы «Рухани Жангру» они внесли вклад в озеленение сельской территории, развитие спорта и поддержку социально уязвимых слоев населения. Если раньше выпускники на юбилей окончания школы собирались вместе и дарили родным пенатам какой-нибудь памятный подарок, то сейчас стала традицией отмечать эти даты полезными делами для родного села в целом. Причем каждый выпуск старается превзойти другие. Среди таковых и жангалинские выпускники 2011 года. В честь десятилетия завершения школы они высадили в парке Славы лиственные породы деревьев, а во дворах детских садов установили скворечники, чтобы малыши с раннего возраста учились заботиться об окружающей среде. Они же организовали в своей школе кубок по мини-футболу. В нем приняли участие 12 команд, состоящих из выпускников разных годов. В результате матчей победителями стали футболисты 1996 года выпуска. Им вручили сертификат в 70 тысяч тенге. Спортивное мероприятие прошло на высоком уровне. Каждая команда показала интересную игру. Спортсмены, занявшие второе и третье место, тоже получили денежные призы. Цель организации матчей – развивать массовый спорт. Мы надеемся, что нашу инициативу поддержат и другие выпускники школы. И спортивные состязания обязательно войдут в их планы. Спасибо организаторам за такие добрые дела. Играли с огромным азартом и удовольствием. На этом благие дела благодарных учеников не закончились. В честь десятилетия бывшие школьники организовали материальную помощь 10 малообеспеченным и многодетным семьям. Мы постарались охватить вниманием несколько направлений и в праздновании нашего десятилетнего юбилея. Хотим быть примером для последующих выпусков, показать, что мы патриоты своей малой родины и заботимся о своих земляках. Таким образом, выпускники продемонстрировали землякам свою духовную, нравственную и финансовую состоятельность. Они показали, что труд их любимых педагогов не пропал даром, и в благодарность за это уже взрослые ученики приносят пользу своему обществу. Алмагуль Джампиисова, Ержан Тойлыбаев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.